О, здрасте! Вот. Ну что, друзья, веселые эксперименты привез я к вам сегодня, и поговорим мы про науку. Целую науку, которая называется экология. И, кстати, вы слышали, что это самая наука, или, может быть, не наука, в общем, экология, она плохая. А? Слышали? Это просто ужасная экология. Поднимите руки, кто слышал. Все говорят, по телевизору, плохая, плохая. Что она тебе сделала? Что ты руку поднимешь? Что она тебе сделала, эта экология? Ты ее плохой называешь. А тебе что она сделала? Обидела тебя как-то, что ли? А? Что сделала плохого экология, что вы ее обзываете так, плохой? Микрофон, пожалуйста, сюда. Из-за нее иногда бывает холодная вода. Так, слушайте, то есть она тебя обидела, потому что вода плохая. Не, ясно. Это плохая экология. Это плохая... Подождите, стоп, давайте так, джентльмен, давайте... Экология плохая, потому что экологи хотят закрыть заводы и шахты, и люди потеряют работу. Это ты завернул. Многие родители сейчас такие, да ведь правду говорит парень, да? Это экология плохая тем, что она очень вредная в природе. Загрязняет. Стоп, все, стоп, руки опустите, друзья. Экология, она не может быть плохой. Это наука, наука это всегда здорово. Плохие это люди. Это экологическая ситуация плохая. Экологическая ситуация плохая, отлично. Это люди плохие, правильно. Они экологию портят. Вот поэтому она становится плохой. Потому что люди постарались. Из-за чего становится плохой экология? Конечно же, уже говорили. Заводы, фермы, да вот ты постоянно дышишь, а? И что вы вырабатываете? А? Углекислый... Ну ладно, мы все дышим и постоянно вырабатываем углекислый газ. Его вырабатывают заводы, фермы, автомобили, а это создает парниковый эффект. Вы слышали про парниковый эффект? Наша Земля становится... Повышается на ней температура, она становится теплее из-за большого количества углекислого газа. Ну вот, немножко про парниковый эффект. Космос все прекрасно представляют, да? Земля, дальше идут планеты. Первая планета какая? Меркурий дальше. Третья? Земля. Все, пока на этих трех пока остановимся. Какая планета из них самая горячая? А почему Венера горячее, чем Меркурий? Венера на втором месте. А вот сейчас я можно спросить вопрос. Потому что у нее атмосфера в десятки раз плотнее, чем у нашей планеты. И температура нагревается, потому что атмосфера слишком плотная. Спасибо. Все, было правильно, абсолютно верно. Из-за атмосферы создается парниковый эффект. Как раз, дорогие друзья, это приводит к нагреву. Итак, мы с вами поговорим про углекислый газ. И, конечно, мне потребуются добровольцы. У меня вот так вот, друзья. Мне... Так, тихо. Спокойно. Я приглашаю только воспитанных мальчиков и девочек, которые не вскакивают с места, а красиво поднимают руку. Итак, углекислый газ. Вы когда-нибудь в жизни встречали углекислый газ, помимо того, что ты его постоянно выдыхаешь? Да. Где? Выхлопные газомашины. Так, ага, угу. Где еще? Вообще-то, вот ты любишь его употреблять внутрь с некоторым продуктом питания. Не знала? Да? Даже не с продуктом питания, а с напитком. Какой? Газировка. Маленький пузырь, который делает газировку такой вкусной, наполненный углекислым газом. Говорит, нет, я газировку не пью, правильно? Я не такая. Ладно, друзья мои, сейчас покажем вам немножечко углекислого газа. Это сухой лед, замороженный углекислый газ. Температура замерзания углекислого газа минус... Минус 79 градусов. Газировочкой пахнет, а? Да, ну а ты не пьешь газировку, но ты, наверное, знаешь, как она пахнет. Иди сюда поближе. О! Итак, минус 79 градусов. Держите, пожалуйста, за краешки. Конечно, мы не всем сможем показать, но мы сейчас выйдем к ребятам и немножечко им продемонстрируем поближе. Да, вот держи за краешки, пожалуйста. Пальцы туда не совать, потому что можно обжечься. Не только от горячего в нашей жизни можно обжечься, но и от... холодного. Температура минус 79 вполне достаточно для того, чтобы получить ожог. Причем, это будет не совсем такой же ожог, как, например, от горячего. Потому что холод раньше использовали в качестве
Чего? Обезболивающая анестезия. Как раньше делали операции? Же не было у нас всяких обезболивающих, да? Либо по голове молоточком тынь, и человеку там оперируют. Либо местная операция какая-нибудь. Охлаждали. Теряется чувствительность. Вот из-за холода у тебя сначала потеряется чувствительность, потом ты обожжешься, потом ты поймешь, наконец, что обжегся. Больно! Но уже поздно, друг мой, поэтому пальцы не совать. У меня еще есть две тарелки. Наверное, мы еще парочку ребят попробуем. Аккуратно. Парочку ребят мы сейчас пригласим. Я тоже буду. Иди сюда. Раз. Вот. Сели, пожалуйста. Это какой-то первый му-класс. Че мычим? Му-му. Друзья, ну-ка не мычать. Итак, мы сейчас покажем поближе. Пальцы не совать. И самое, знаете, что классное? Ребята, вы давайте уже идите, подуйте немножечко. Значит, ты у меня идешь вон туда, где-то, да? Ты у меня здесь где-то пройдешься. Ты давай пройдешься вот здесь вот, а ты у меня вон туда. Идем аккуратненько, да? Самая холодная температура на Земле какая? Зафиксированная температура на Земле. Знает кто-нибудь? Минус 150 не бывает температуры на Земле. А? Минус 50 есть холоднее. Все, галдеж. Так, ну-ка сели на свои места. Я смотрю, что народ начал вскакивать. Я своим помощникам попросил пройтись по рядам, а не стоять на месте. А вы им почему-то мешаете. Итак, уселись, пожалуйста. Показала? Итак. Самая холодная температура на Земле, честно, я посмотрел в Википедии, минус 92. Это зафиксированная температура в Антарктиде. Вы знаете, кто такие полярники? То есть это люди, которые живут там в Антарктиде, на Северном полюсе. Итак, они там живут, они там передвигаются, а вокруг температуры минус 90. Может быть, что с вами произойдет, если вы окажетесь в минус 90, если при минус 78 вы уже ожог получаете? Страшная работа у полярников. Ага, еще какая. Итак, а теперь представьте, что вы полярник, вы передвигаетесь там по Северному полюсу на таких экскаваторах, не знаю, как назвать, танках таких, зимних танках. Там тепло внутри. И вот вы внутри этого танка, вот этого вот зимнего снегохода, делаете вдох. А на улице минус 80. Вы сделали вдох, открыли дверь. Вы в маске, все одеты, тепло, в маске. Вас никак эта температура не доберется до вас. Вы сделали, вышли, закрыли дверь и делаете выдох. Что происходит дальше? Пар это вода, мы сейчас про другое. Углекислый газ, да. Что углекислый газ? Выходит изо рта дальше, замерзает и... И падает в виде снега. Прикольно? Углекислого газа может на Северном полюсе и в Антарктиде вообще не быть из-за низкой температуры. Так, что будет, если мы его разморозим? Вода! Это у вас зимой на улице замороженная вода. А это сухой лед. Не мокренький, а сухой. Когда мы его разморозим, он снова станет газом, минуя жидкое состояние, поэтому его называют сухой лед. Итак, помощник, воспитанный, интеллигентный человек, кто бы это мог быть, который не вскакивает с места, а сидит спокойненько, да? Одного мне, пожалуйста, я сам буду выбирать. Можно? Можно? Спасибо. Вот девушка сидит, да, девочки, да, иди сюда, пожалуйста. Итак, мы попробуем сейчас наш углекислый газ немножечко разморозить. Держи. Мы, конечно, можем пару часов подождать, и в этой тарелочке углекислого газа совсем не останется, он снова станет атмосферой, да. Но можем ускориться. Для этого используем воду. Бери, наливай. И горячая вода, да, ну максимально ускорить процесс. Да чё, не бойтесь, можно еще капельку, давайте. Стоп, молодец, умница моя. Итак, пошел. Что вы видите? Сели на свои места, раз, два. Вот кто не сидит сейчас, того точно не позову. Три. Спасибо большое, разошлась что-то, давай. Так, спасибо моей помощнице, поаплодируйте ей, присаживайся. Что вы видите? Пар, абсолютно верно, вы видите воду. Откуда взялась вода?
Из чайника? Да. Откуда? Из сухого, из углекислого газа взялась вода? Что это за превращение? Я что, Гарри Поттер? В сухом льду содержится СО2. Так. В воде содержится... Вода — это H2O. Так, это совершенно разные вещи. Это кислород. А если соединить углекислый газ с водой, с кислородом, то получится вода или жидкообразное состояние газа, нет? Пу-пу-пу. Слушайте, друзья, все гораздо проще. И еще. У вас у кого есть смартфон, телефончик? Есть, да? Ну ладно. Так-то, у мамы есть, в любом случае видели. Мама пришла зимой с улицы. Телефончик замерз, она его положила куда-нибудь, а потом решила пальчиком его разблокировать, да? А у нее не получается, потому что на телефоне вода. Достала из кармана, был сухой телефон, положила, а на нем вода. Откуда взялась вода? Из воздуха. Молекулы воды, которые сейчас летают здесь. Относительная влажность воздуха. Воздух бывает влажным, а бывает сухим. И вот эта вода, она оседает на всем холодненьком. Вот чувствует молекулу. Вот холодненький телефон. Одна, вторая, третья молекула. И вот уже на вашем телефоне капельки. И разблокировать его сложно. Надо вытирать. Это называется как? Красивым словом? Конденсация. Правильно. Итак, а здесь все то же самое. Холодные молекулы углекислого газа вываливаются из тарелочки. Вы их видите? А? Видно что-нибудь? Углекислый газ невидимый. А вода видит их? Видит. Вода их видит, вода их чувствует, с ними обнимается. А что такое туман? Туман видели когда-нибудь? Это вода в воздухе резко охладилась, да? И вы ее увидели? Здесь то же самое. Вода в воздухе охладилась из углекислого газа холодненького. И вы ее увидели. Вода взялась откуда? Из воздуха. Фу, разобрались. Ладно, идем дальше. Это была у нас... Это был немножко про углекислый газ. Теперь давайте поговорим про то, что вы-то постоянно дышите. Заводы, фермы, все это постоянно работает. Почему вы еще не выдохали, в общем, не поглотили весь кислород? Отлично, деревья, растения. Ну что ж, хорошо. Но! Деревья, вот мне говорят, деревья это 20% кислорода. 20? Откуда еще 80? Трава? Очень много травы. Стоп, поднятые руки. Давайте у кого-нибудь микрофончик. Хочу послушать ответы. Так. Цветы? Ох, что-то много цветов, знаешь. Ну это девочка. Да. Цветы, деревья, все это. Да. Хотели спросить. Содержание какого газа остальные 80% в воздухе? Нет. Я говорю, что кислород не заканчивается, потому что его кто-то вырабатывает. И лишь 20% вырабатывают деревья. А, тогда есть еще сине-зеленые бактерии? Та-та-та-та-та-та-та-та. Где? Откуда? Везде. Бактерии везде. В воде, спасибо. Океаны... называют легкими нашей планеты. 80% берется оттуда. Кто там живет? Водоросли. Все верно. Ну что ж, с этим разобрались. Теперь поговорим про деревья. Еще вы думаете, все? Раз есть водоросли, можно деревья вырубать? Даже изменение на 1% вам поплохит. Вот здесь станет на 1% кислорода меньше, ты себя будешь чувствовать уже довольно плохо. Тебе будет плохо, если здесь... Вы даже вот сейчас сказали, что не успели проветрить, вы тут насидели весь кислород. Ну-ка, давайте мы сейчас проверим. Мы сейчас возьмем добровольцев. Вот джентльмен в красном сидит хорошо, красиво, мне нравится. Вот в синем молодой человек. Да-да-да-да, вы. А, да, и ты тоже иди, давайте. И три девочки, как, иди сюда, раз. Вот в голубеньком, да, иди сюда, два. И, нет, хорошо, вот розовенькая кофточка, да, хорошо сидит, не вскакивает, три. А вот я, таких не зовем. Могут что-нибудь разбить, понимаете, тут лаборатория. Итак, раз, два, три. На самом деле, ну-ка, три шажочка туда. У вас своя команда, где у меня три девчонки? Раз, два, вижу, где третья? Вторая, третья. Вы? Ну что, давайте бегом.
Угу. Итак, давайте разберемся, кто из вас больше дышит. И я воспользуюсь предметом, который, честно говоря, довольно плохой. Это плохой предмет. Этот предмет, который уничтожает нашу экологию. Это пакеты. Друзья мои, полимеры. То еще и делаются из продуктов нефти. Что такое полимеры? Это ваши пакеты. Это пластик, это игрушки. Это лего ваш любимый. Это тоже полимеры. Они разрабатывают, они очень долго, дорогие друзья, их не может, наша природа их не может долго переварить. Сотни лет это загрязняет окружающую среду. Поэтому мне это не нравится, но я использую это вторично. Раньше я в этом мусор выносил, а теперь я могу использовать это в качестве экспериментов. То есть как минимум два раза пользоваться этим пакетом, а это уже неплохо. Держи это тебе. Как зовут? Ксюша. Ксюша, три шага назад. О, отлично. Ксюша, надуй пакет мне, пожалуйста. Посмотрим, кто из вас больше дышит, мальчики или девочки. Раз. Пять. Давай пять вдохов. Давай, пять вдохов. Давай. Надувай пакет за пять вдохов. Раз. Два. Три. 4, 5, завязывай. Она надышала, а? Вот вы представляете, сколько, да? А каждая вот такая вот возьмет и подышит. Ну-ка, давай следующее дадим. Угу. Мы для чистоты эксперимента взяли сразу трех девочек, чтобы понять, как это. Давай, раз, два, три, 4, 5, завязывай. Это что получается? Одни девочки противные, а другие нет? Одни, понимаешь, дышат и дышат все. А другие как-то совсем мало. Слушайте, так. Я придумал новый способ отбирать космонавтов. Кто много дышит, а кто не очень. Ну-ка, давайте-ка еще. И раз, два, три, 4, 5. Как зовут? Диана. Диана, если будут выбирать космонавтов в следующем путешествии, я предлагаю Диану. Согласны? Совсем не противный человек, а? От нее сколько пользы на станции? Кислорода надо поменьше брать с собой, чтобы космонавты дышали. Давайте проверим, а сколько мальчики дышат. Раз, два, три, 4, 5. Так... Ну вы как, вот ты как-то вот вы одинаково, вы даже по росту одинаково, а ну-ка иди сюда, вот вы одинаково надышите, может быть это из-за роста, а? Ну-ка, а эти-то поздоровее, сейчас посмотрим, ну-ка. И раз, два, три, 4, 5. Я понял, чем старше становишься, тем менее противный. Вот. Эти вообще... Ты сейчас должен тоже, наверное, мало дышать. А взрослого пригласим, так они вообще дышать не будут. Раз, два, три, 4, 5. Ну все. Все, это точно, дорогие друзья. Чем меньше ты ростом, тем больше ты дышишь. А вот эти маленькие груднички, они вообще весь кислород в себя всасывают и орут все время поэтому. Но на самом деле, ребята, это все большая-большая глупость. И, конечно, не от роста, не от того, мальчик ты или девочка, зависит, как надуется этот пакет. Все зависит от науки, которая называется физика. Итак, моим помощникам поаплодируйте, садимся. Так, и давай, джентльмен, иди сюда, поможешь мне. И одну девчонку возьму я. Так, ага, ну давай, иди сюда. Да. Итак, этот пакет каждый из вас может надуть за один вдох. И мальчик или девочка, неважно. Но надо знать физику. Держи, завяжи. Ты пока постой, друг мой. Итак, я для начала показываю, как поступают ребята. Некоторые делают так. Они вдыхают. Сейчас воздух в моих легких. Дальше я выдыхаю. А потом этим же воздухом дышу.
Вот здесь, держи крепко, не чтобы не выпускал, здесь объем моих легких. Я один раз взял отсюда, добавил туда, а потом этим же дышал. Что дальше? Дальше кислород закончится, и я потеряю сознание. Каждый раз, когда я делаю вдох, я забираю из воздуха немножечко кислорода и добавляю углекислого газа. На пятый вдох мне сделать, очень тяжело. Мне уже плохо становится. Вы, наверное, тоже себе это представляете? Если взять пакет и подышать в пакет, через сколько вы уже не сможете дышать? Ну, где-то 10... А мы теряем сознание. Знаете, сколько кислорода должно быть в воздухе, чтобы ты сознание потерял? 15%. 15% ты уже сознание теряешь. То есть можно даже сосчитать, вот взяли, вдохнули, взяли пакет, выдохнули, и посчитать можно, сколько ты поглощаешь кислорода из воздуха. Итак, на, держи. Крепко, не отвязывается. Вторые. Так поступают хитрецы. Хитренькие. Такие тоже имеются. Они берут воздух, добавляют. Снова. Вот вам моя сосисочка, да? Большая? Да, это уже не конфетка, это сосиска. И здесь объем 5 моих легких. Я 5 раз взял, 5 раз дунул. 5 раз взял, 5 раз дунул. Но есть люди мудрые, есть люди знающие, держи крепко, есть люди, которые изучают науку. Итак, представьте, что перед вами торт на день рождения. Закрыли глаза, вдохнули. А теперь долго дуем. А теперь то же самое, но у воздушного потока, который вы только что выдыхали, есть стеночки. Эти стеночки попробуйте подержать. Долго дуйте. Чувствуете стеночки? Это стеночки разницы давления. Внутри воздушного потока низкое давление, снаружи высокое давление. Почему дует ветер? Где-то много молекул воздуха, высокое давление, где-то мало молекул воздуха, низкое давление. И там, где много молекул воздуха, им там тесто, они говорят: ребята, посмотрите, там нас мало. Полетели туда, давайте сделаем, чтобы везде было одинаково. Давайте, чтобы как-то тесно. Он говорит, ребята, говорят, ну давайте, полетели. А ты стоишь посередине. Там высокое давление, там низкое. Молекулы. А у тебя ветерок по лицу. Из-за разницы давления. Итак, внутри воздушного потока низкое давление, снаружи высокое. Что мы делаем? Мы создаем область пониженного давления. Самое главное не прислонять пакет к губам. Так как внутри воздушного потока низкое давление, все молекулы хотят туда попасть. Потому что нас там мало, ребята, полетели. А? За сколько? Я не слышу. И так может каждый из вас. Физику надо изучать. Теперь попробует каждый из вас. Раскрываешь пакет, не прислоняешь его к губам. Раскрой пакет, не прислоняй к губам. Создаешь область пониженного давления, выпускаешь воздух, а все молекулы залетят туда сами. А когда воздух закончится, завязывай. Давай. Все завязать. Ты еще даже не начала дуть, а уже завязала. Когда воздух начнет заканчиваться, дуй. Это что за свечки на торте? Вот. Они. Давай. Завязывай. Видали? За один вдох. Так, давай следующий. Готов? Ну тоже дул немножко кривенько и не совсем в пакет, но неплохо. Ладно, поаплодируйте моим помощникам. Спасибо вам. Брысь на место. Молодцы.
Поняли, как работает? Поняли, почему ветер дует? Все, отлично, идем дальше. Замечательно. Деревья. Даже на 1%, если изменится количество деревьев в окружающей среде, заметно ухудшится обстановка экологическая. Так, деревья. А почему, куда деваются деревья? Что с ними происходит? Так. Давайте микрофон, и мы пообщаемся. Куда делись? Вот, есть поднятая рука. Их могут срезать, и они могут умирать. Зачем? Зачем их резать? Чего они тебе плохого сделали? Их срезают и делают, на чем мы пишем. Что они делают? Листы, на которых мы пишем. Бумага. Ой, слушайте, я вообще, честно говоря, так рад сейчас... Все переводит потихонечку в электронный вид. Сейчас не нужно бумажек вот столько, такого большого, огромного количества. Кругом эра электронной техники, и сейчас уже электронные бумаги. Это на самом деле здорово и классно. Так, действительно, бумага, да. Еще дерево может сгореть. Из них делают дома. Дома, мебель. Ну-ка, у кого дома мебель есть? У всех. Из чего она сделана? То есть мы опять виноваты? Мы виноваты опять. Мы сделаем мебель из деревьев. Вот есть правило. Срубил одно дерево. Или по твоей срубили дерево. Посади два дерева, если из-за тебя срубили одно дерево. Так, бумагу делают. Давайте про бумагу немножко поговорим. Пару добровольцев. Сейчас руку подняли. Это воспитанные, интеллигентные люди. Вот джентльмен, да, вижу. Вы молодец. Правильно встал. Так, вот молодой человек тоже. Да. Отлично. Идите сюда. Как зовут? Никита. Искандер. Никита, Искандер. Вот похоже, что это дерево? Похоже? Я с вами абсолютно согласен. Я докажу вам. О, не прислоняй сильного. Да ты тоже. Ты вышел все-таки. Ясно. Мебель! Где полочка? Почему? А? Не работает? Садимся. Если взять деревянный. А? Все, работает. Не стоим перед сценой, садимся. А тут не работает. Но, скажите, тонкий же, да? А если бы толстый был, что не проткнулся бы? И тут опять физика помогает. Мне в детстве папа раскрыл этот секрет. Он у меня работал на заводе и в физике неплохо разбирался. Он говорит: сына, все возможно, примени знания. У тебя из бумаги полка выйдет шикарная, из листочка. Что нужно с ней сделать? Сложи пополам, и что? Попрочнее будет? Давай, дружок. Он говорит, сложи пополам. Пополам сложи. Кого мы там ложили? Не. Так, есть варианты? Эти уже подсмотрели. Веерочки девочки делают себе, да? Так соединили, такие, ух, жарко сегодня, да. Они даже не догадываются, что они сделали сейчас великолепное физическое, научное открытие. Сейчас они веером обвивают. А вот если вот так вот? Как? Что за физическое чудо? Что за волшебство такое? Как называется, а? Так, я сегодня этот раздел физики вам раскрывать не буду. Про ребро жесткости почитать дома. Понятно? Ребро жесткости. И дома сделать себе гармошку. И можно не гармошку сделать. Можно сделать целую полочку. Так, ну-ка, помогите, парни. Вот так вот. Одна стеночка. Вторая стеночка. Сверху деревяшка. Сверху деревяшечка. Пошли. Ставим. Мы Дэвид Копперфилд. Мы волшебники. Пау. Круто!
круто! Поаплодируйте, пожалуйста, ребяткам. Молодцы. Спасибо большое. Так, идем дальше. Идем дальше. Как питаются деревья? Они поглощают углекислый... Поглощают углекислый... Одним углекислым газом живет дерево. А еще из почвы они корнями поглощают воду. Отлично! А скажите, деревья, они бывают высокими? То есть вода здесь, листочки вон там, как вода отсюда попала туда? Там что, сердце качает? Поднятые руки. Они поднимаются по корням. Еще в воздухе. Корни внизу. Корни внизу. А что, корни наверху тоже? Можно сказать, что у листочков корни? Нет. Нет. У дерева. Да? Говорите. Поступает через корни, а через корни попадает в ветки. Как? Как? Объясните, как? Что за чудо-насос? Вот у вас сердце качает. Кора через корони. Я понял, что они поглощают через кору. Как? Что за насос? Вы тут про насосы мне рассказывали, да? Вы же сами мне... Тут я слышал про насосы рассказ. Как это насос, который качает кровь, она бегает. Как? Что за насос двигает воду туда наверх? Все дело в давлении. Давление, атмосферное давление, супер. Эти кровеносные сосуды, по которым у нас, дорогие друзья, это капилляры. А у деревьев тоже есть эти самые капиллярчики. Они очень тоненькие. У деревьев нет сердца, которое качает воду. Но эти трубочки, они очень тоненькие. И вот по ним вода поднимается наверх благодаря атмосферному давлению. Итак, это... Два стакана. Они наполнены водой. Что один чуть-чуть, что второй чуть-чуть. Угу. Так, пара ребят хороших, каких-нибудь симпатичных. Вот девочка сидит белым, да? Да-да-да. Давай вдвоем уже вышли. А ты, прости, надо сразу вскакивать и бежать. Давайте, девочки, идите сюда. Итак. Угу. Это тоже бумага. Это то, что сделано из дерева. Угу. Так. Девчонки, два листочка вот таких у каждой. Нужно на одинаковом расстоянии сейчас маркером, на, держи тебе, поставить точечки. Вот здесь поставь, давай. Раз, два, три. Почаще. Вот что, посерединке, здесь посерединке. Ага. Иди сюда. Вот она сделала вот точечки мне здесь. Это, так сказать... На одном приблизительном расстоянии друг от друга, это вот мы будем следить, как вода будет подниматься. На том же уровне. Здесь, 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 здесь и здесь. Давай. Как у нее, смотри. Давай. На одном расстоянии. Вот, прямо сравнивай. Так. Давай. Вот они ждут, видишь, они сейчас скажут, что так долго, почему не меня звали, я быстрее бы сделал. Вот, хорошо. Итак, девчонки, все очень просто. Мы сейчас их... Опустим сюда. Давайте, чтобы не я это делал, а вы. Пожалуйста, встаньте каждый со своей стороны. А. Ага. Да. Не-не-не-не. Вот так. Держи. Вот так держи, чтобы никуда не сбежал. Так, на том же уровне где-то. Сейчас мы, подожди. На том же уровне. Угу. Так, извините. Вот. Где-то одинаково. Все, держи, это тебе. Выйдите, пожалуйста. Выйдите. Утопила. Давай еще разок. Ты давай выходи ко мне сюда. Ты то же самое все. Вот здесь бумажечка. Все то же самое, как у нее. Давай. Выходим. Мы с тобой выходим. Бери. Выходи. Я понимаю, что здесь будет очень плохо видно. Если, конечно, в конце появится желание посмотреть поближе, то вы можете будете увидеть. Но даже отсюда, я надеюсь, что чуть-чуть видно, что вода потихонечку поднимается наверх. Видно, не видно. Вот мне прекрасно, честно, мне прекрасно видно. Но я вот вам, я не уверен, что вам видно, как вода поднимается наверх. Она поднимается по маленьким вот этим капиллярчикам. Она поднимается за счет атмосферного давления. И все выше и выше поднимается. Как у тебя там успехи? О, иди сюда, молодец.
тоже получилось. И у тебя тоже, по-моему, видно хорошо. Ну-ка, покажи всем. Вода где? А где у нас уже поднялась? Я вас уверяю, что... Все садимся на места свои. К концу она вот поднимется даже до сюда. Вот настолько высоко. Потихонечку вода снизу от корней на самый верх поднимается. Все, девчонки, спасибо. Поставьте пока на стол. Я надеюсь, ребятам будет видно. Они здесь будут потихонечку наблюдать. А как понять, что экология плохая? Как понять? Вот ты как понял, что... Они говорят, что экология плохая. А как ты поймешь про это? Как? Быстрее. Да, кислорода не хватает. То, а что, тебе часто не хватает кислорода начало? Нет. Вот вперед, в общем, микрофон. Вот вперед. Я честно говорю, мы с вами, мы такой организм, мы такое существо, человек, мы ко всему привыкаем очень быстро. Так что мы с вами очень плохой индикатор. Мы с вами плохой индикатор. Мы не поймем, но мы можем осмотреться вокруг. Что происходит вокруг, да? На улицах всегда много мусора. Хорошо. Микрофон, но, вперед. Но, а если будут убираться, вперед, то будет мало мусора. Правильно? Чаще убирайся, и все. Экология вредит нам тем, то, что мы используем меньше бумаги. Я не спрашиваю, как нам вредит экология. Экология, на самом деле, это наука, которая изучает живые организмы и их взаимодействие друг с другом. Я спрашиваю, как ты можешь заметить, что экология стала хуже? Какой индикатор? Индикаторы какие есть? Ну, кислотные дожди. Кислотный дождь. Капает, что ли, на тебя часто? Но не на меня, слава богу. Так. Вот желтый микрофон. Да вот я хочу понять, что у меня стала хуже экология. Как я это могу понять? Вот я вышел в город, ну, убрались чистенько. Поднимается средний уровень температуры на 1-2 градуса. Ну, это как ты заметишь? Ну, вот ты заметишь, ты должен сидеть, следить. Термометром. Знаете, как вы можете понять это? Ребята, во-первых, живые организмы вам в первую очередь помогут в этом. Муравьи. Вы видели муравьев? Муравьи не живут там, где грязно. Вот где-то, где сейчас живет моя бабушка, раньше было очень большое количество муравьев. На горках бабушка живет. А сейчас там нету муравьев вообще. Я не знаю, где они. Раньше я играл постоянно с... Там, мы вырошили немножечко их муравейники, они там постоянно копошились, каждый день новый муравейник был. Сейчас нету. Сейчас нет. В лес выйдите, там их тоже меньше стало. Муравьи. Дальше. На деревьях растут эти лишайники. Такая бахрома такая. Видите их? Когда-нибудь видели на это? Такой... Вот видишь, такой сразу, ну это лишайник, точно, вот как раз название подходит, лишайник такой. Если нету лишайников на деревьях, экология плохая, что-то не так. Если лишайников нету, вот вначале у дороги вышли, там нету, там ничего такого нету. Дальше пройдите вглубь, там будет вам и муравейник. Чем дальше в лес, тем больше муравейников, тем больше лишайников. Вы можете сами это заметить. А вокруг, если нет этого, значит экология что-то не так, значит уже что-то портится. Итак, индикаторы. Нам нужны индикаторы для того, чтобы отслеживать. Мы плохой индикатор. Мы очень быстро ко всему привыкаем. Нам не кажется, что есть какие-то изменения. Мы отследить это не можем. Следите за природой. У меня есть природный индикатор. Это что такое? Знаете? Наверное, не знаете. Сейчас, а может, знаете. Я такое не ем, честно говоря. Но мама кому-то, может, покупает. Я белую ем. Это капуста. Я красную не ем, а белую ем. Это краснокочанная капуста. Вот она. Вот. Видели, знаете? Это тоже индикатор. Индикатор, и мы его сейчас с вами заготовим. И можете дома себе то же самое сделать. И заготовить себе такой индикатор. А, кипяточек у меня. Так. Мне нужно какое-то время для того, чтобы индикатор мой заготовился. А вода сейчас от нее покрасится в синий цвет. Нейтральная среда, синий цвет. Что могут... сейчас он немножко заварится. Мне нужно 5 минуток. Щелочи и кислоты. Слышали про такое? Кто-то мне тут только что сказал, кислотный дождь. Это хорошо? Если на тебя падает кислота. Так, теперь, откуда может взяться щелочь? Ну, у нас, конечно, нету, но извержение вулкана. Извержение. Что такое пепел? Это щелочь.
когда ветер поднимается вверх, а потом разбрасывает все вокруг, засоряет всю почву, ничего вырастить нельзя. Хорошо дышать щелочью? Нет, абсолютно верно. Итак, кислоты и щелочи. Где вы, а вы любите употреблять кислоту внутрь? Что за кислота? Углекислый газ, кислота, газировочка. Газировочка, ну мы пьем, это на самом не сам. А, лимонная кислота, а? Все немножечко делают себе, да? Я, лимонная кислота. Слушайте, мама добавляют к нам в еду иногда. Тоже кислота. Ну, то есть не каждая кислота, если честно, полезна. Важна концентрация. Вот тут же тоже кислота, но мы же ее пьем нормально. И уксусную тоже употребляем. Если много уксуса, что будет? Сожжете себе все. Ну, если чуть-чуть добавил для вкуса, не так-то и плохо. Лимонная кислота. Много, если, а? Все сожжет вам. Сожжет лимонная кислота. Но если маленько, чуть-чуть добавил куда-нибудь в продукты, уже вкуснее. Так, что нам помогает определить? Индикаторы. Мы сейчас свои индикаторы готовим, природные. Вот у меня тоже есть здесь индикаторы. Пара добровольцев. Добровольцы, где вы мои? Так, воспитанные мальчики. Вот молодой человек, да? Джентльмен, да, вот в свитере. Да, в свитере полосатом. Вот, отлично, идите-ка сюда. Супер. Вообще с этого эксперимента обычно... Мне просто время надо потянуть. Обычно с этого эксперимента начинается... Вот у нас химию преподавали в школе, учительница. Она нам первое, что показала, это красивый эксперимент с индикаторами. Так, ребята, у меня здесь уже, я не знаю, видно вам или нет, здесь вода уже вот здесь вот. То есть вот до сюда добралась вода. Уже до середины, то есть высоко. Так, джентльмены, приступим. Наберем водички. Давайте... Сами, своими руками, чтобы я микрофон не бросал. Набираем. Вот она, вода. По очереди набрали. Набрали себе водички. И два индикатора. Один фенолевый красный, второй у нас брометиловый синий. Ага. Так, к зрителям лицом. Не любят, когда они к ним стоят другими частями тела, да? Да. Другие части тела не признают, только лицом. Так, это у меня фенолевый. Ага. Цвет какой? Красный. Так, ну-ка сейчас выйдем, парни. Выходим вперед. Нас уже ругают. Так. Болотный, зеленый и красный, да? Ярко-красный. Теперь добавим туда кислоты. Сами вы, вот мы сейчас проголосуем. Демократия, мы проголосуем. У меня есть кислота, значит, просто углекислый газ. Можно, например, кислоты какой? Ну, у меня лимон... А, у меня только две, получается. У меня есть кислота, значит, углекислый газ, а у меня есть уксус, точно. Какую добавим? Уксус! Хорошо. Все проголосовали за уксус. Правильно, дома можно повторить. Так. Повернитесь зрителям лицом. Что это опять? Не прячьтесь. Спиной не стоим передом. Добавлю, какой цвет станет? Синий! Ну-ка помешай, сбултыхай. Желтый. Здесь. Мешай. Такой желтый и оранжевый. Теперь щелочи. Щелочи. Значит, есть сода, да? Есть натрий, это вообще, это очень щелочь страшная. Натрий OH возьмем, вообще, щелочь так щелочь. Это прямо, давай-ка сначала с тебя. Ну-ка, шаг назад сделай, всем должно быть видно. Какой цвет? Щелочь. Это очень сильная щелочь. Здесь сейчас кислота, мы сейчас щелочь прерываем. Давай, щелочь, побеждай кислоту, война, там сейчас борьба такая жуткая просто происходит. Они там воюют жутко просто, но щелочь сильная, щелочь победила. Розовый, малиновый, так, здесь у нас
Если все время кричать «синий», разные поза... А, что я делаю, да, что я делаю, что я думаю? Правильно, молодцы, глазастые вы мои. Ого. Давай, друг мой, у меня опыта побольше в вращениях. Сейчас война, война происходит, битва, битва, и побеждает щелочь. Вот так вот, отлично, похлопайте моим помощникам, садимся. Так, заварилось. Какой цвет? Синий. Заварили краснокочанную капусту, такой капустный чай, да. Ну, нет, я ничего делать не буду. Я лентяй, я позову. Давай вот, девочка, иди сюда. Да, ты моя девочка, иди сюда, хорошая. Вот ты встала, молодец. Пошла уверенной походкой. У меня одна сейчас будет участвовать. Как зовут тебя? Как? Даяна. Так, ну, более-менее видно. Давай мы какую-нибудь колбу тоже. Или видно нормально? Ну, нормально. Говорит, нормально видно. Давайте сначала с кислотой, потому что кислота, есть щелочь прямо сильная, натрию H, она прямо всех победит. А есть все-таки более слабые кислоты у меня. А давайте сейчас сухого льда добавим. Ну, в качестве эксперимента. И у нас получится среда такая, какая? Какая среда? Есть нейтральная, щелочная, кислотная. Углекислый газ. Слушайте, вот важно, слушайте, что в названии. Тихо, там не попало тебе ничего? Аккуратно. На, держи. Держи двумя руками как. Так, меняется цвет. Какой стал у нас из синего? Фиолетовый, правильно. Цвет очень благородный, потому что раньше, дорогие друзья, синий краситель стоил очень дорого, а синий тоже стоил дорого. А смешивать синий и красный, до такого мог подуматься только настоящий богач, какой-нибудь король. И вот фиолетовый цвет могли себе позволить только очень богатые люди, поэтому считался цветом благородным, фиолетовый. Так, ну еще. И теперь сильную добавляем туда щелочь. Какой? Зеленый. И вот вам, пожалуйста, краснокочанная капуста, индикатор, который реагирует на среду. Была кислотная, была щелочная, каждый раз цвет изменился. Такие дела, друзья. Кого пить? Капусту? Щи. Кушай лучше щи. На самом деле, если вы щелочь добавили, вот я сказал сильная щелочь, это уже пить нельзя. Если мы уксусу чуть-чуть добавили в еду, да, если много добавили, что? Уже есть невозможно. А как пить? Я же говорю, что кислота – это в зависимости от концентрации. Слабо концентрированная газировочка – пить можно. А сильно концентрированный уксусом – кислотой другой. Я уж молчу про соляную кислоту или другую. Так, поаплодируйте моей помощнице. Спасибо тебе большое. На место можешь присаживаться. Ребят, ну вот здесь вот она уже поднялась вот просто вот до огромного, вот сюда, практически до высоты, вот до сюда вот долезла. То есть работает. Родственники они, бумага и дерево. Ну и мне говорят, что надо потихонечку финалить. Сделаем на финал просто красивый бдыщ. Как я люблю говорить, когда встречается что-то очень холодное, что-то очень горячее, появляется что-то очень красивое. Бдыщ, это не значит, что что-то взрываться будет. Обрадовались. Без взрывов. Эх, пушки нету. Да не будет взрыва, успокойтесь. Не будет взрыва. Так. И так. А теперь все на них, на них. Все, ну-ка брысь на свои места. Не думал я, что здесь детсад собрался.
Ай-яй-яй-яй-яй. Будущие ученые ведут себя, как 12-летние дети. Сели на места свои. Да, с бдыщем я, конечно, перебрал. Без бдыщей надо. Здесь надо без бдыщей. Ну что ж, я надеюсь, вам приоткрыл немножечко доверку в эту прекрасную науку и экологию. На самом деле, понравилось, можете поаплодировать.